Сейчас мы находимся в Самарской области под городом Тольятти. Здесь проходит 17-й зимний мотослед Snowdogs. Как всегда, на площадке море драйва. Большое количество гаражных кулибинок со своей новой мототехникой и дружественная атмосфера. Во время Snowdogs уже проходит 9-й ледовый чемпионат мира по унимото. Здесь представлены ряд разных категорий. По мощности агрегатов и по способу передвижения есть класс для электродвигателей, также реактивного двигателя, парового, и также существует класс воздушного. Я просто каждый раз удивляюсь этим экземплярам, который можно создать в гараже. Скажите, долго готовились? Как вообще происходит подготовка? Собираются люди в гараже и думают, как сделать такое вот существо, которое зовут Пушок. И опять же живое общение. Также проходит еще гонка преследования на Уралах. Ночные волки уже участвуют 6-й раз в Snowdogs'е. Вот. И в этой категории тольяттинское отделение уже неоднократно занимало призовые места. В этом году нас приехало поддержать просто огромное количество братьев ночных волков. Более 100 человек. А вообще Snowdogs
Это не просто мотопокатушки, это серьезные спортивные соревнования, на которых, к сожалению, не обошлось без травм. Как впечатление от последнего заезда? Мы решили последнее сделать на все денежки. И на все денежки сделали. Главное, чтобы денежки остались в семье и сильно не пострадало здоровье. А так больше тестов надо. Надо подстроиться под светофор. И, может быть, было бы лучше время. А так все очень круто. В этом году «Ночные волки» заняли 3 вторых места в различных классах. Первое! Участвовали в классе колясочников от команды «Ночных волков» от «Уралгона». Вот. Ну, в этом году не повезло немножко, чуть-чуть технику побило. Но будем стараться, надеяться, ну как не то, что надеяться, будем. Даже по видео видно, что мы, конечно, проиграли по этическим причинам, но все шансы у нас конкретные были. Вот. Зашибовка у нас была прям шикардосная. Вот. И, к сожалению, было все так вот. Ровно 13 лет назад мы сюда приезжали, и тогда поездка на сноудогстер родила дисциплину и всю тему под названием «Уралго». Сегодня взять вторые места. Вот результат наших дипломчики за 2-е место в классе «Урал». Нас здесь тепло встретили,
Мероприятие просто чудесное, великолепное. Все отзывчивые, приветливые. Прям супер. Очень как бы мне понравилось здесь. И мы планируем еще приехать. Вот, и занять уже более призовые места. Впечатление все шикарное. Мероприятие прям это не передавать словами. Это просто куча эмоций. Еще встретишься. Я думаю, мы будем стараться в следующем году. Надо подлечить здоровье, модифицировать агрегат, я думаю, что мы приедем. Впечатление от мероприятия отличное. Я думаю, что теперь это мероприятие будет у нас в списке ежегодных мероприятий. Будем усиливать технику, количество участников. Ну и, в общем, стараться посетить славный город Тольятти каждый год. Сказать огромное спасибо всем, кто приехал поддержать. Для нас это очень важно и ценно. Это наша сила, это наше братство, это наша способность. Иногда мне даже казалось, что я нахожусь не у зимних Жигулевских гор, а у летней горы Госфорта. И вот-вот начнется байк-шоу. Ждем вас снова на Тольяттинской земле.